Славянский городской пляж к летнему сезону готов. К такому выводу пришла социальная комиссия из представителей Роспотребнадзора, Госинспекции по маломерным судам и городской администрации. Уже 24 мая получены все разрешительные документы для открытия купального сезона. В преддверии лета на городском пляже была проведена большая работа по благоустройству. Завезен песок, скошены сорняки, территория продезинфицирована и проградирована. Созданы все удобства для отдыхающих, обновлены теневые навесы, спасательный пост и раздевалки. Капитально отремонтирована детская купальня. За безопасность отдыхающих будут отвечать профессионалы аварийно-спасательного отряда управления по делам ГУЧС. Также на пляже организовано дежурство медперсонала. Санитарный порядок обеспечат рабочие специализированных организаций города. Хочу сказать, что здесь приняты самые серьезные меры по обеспечению безопасности купающихся. В наших интересах, чтобы здесь и дети могли купаться без каких-либо происшествий, и взрослые. Будем беспощадно бороться с пьянством, с пьяными любителями покупаться и нарушителями общественного порядка. Открытие пляжа состоится в первый день лета. В Славянском районе это единственное место, за исключением побережья Азовского моря, где официально разрешено купаться. Пляж простирается в границах левой береговой зоны реки Протока, от улицы Больничной до юных коммунаров. Каждый день в течение лета речная зона отдыха будет работать с 9 утра до 9 часов вечера. Анна Гадаль, Павел Трифонов, программа «События».